Антидопинговое агентство ВАДА намерено проверить новые данные о применении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. Агентство уже запросило данные о допинг-программе России на Сочинской Олимпиаде. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», десятки российских спортсменов, в том числе как минимум 15 призеров, принимали допинг в рамках тайной государственной программы. В пятницу Бундестаг принял решение, что Алжир, Тунис и Марокко следует классифицировать как безопасные страны. За это решение проголосовало большинство немецких депутатов. Таким образом, дан зеленый свет спорному закону, который в июне должен одобрить Бундесрат. Новым законом, в частности, предусматривается ускоренная процедура высылки мигрантов в эти три страны. После череды шпионских скандалов разведка ФРГ впервые в истории обратилась за помощью к частной консалтинговой фирме. Уже к осени компания «Роланд Бергер» должна предоставить руководству БНД предложение по реформированию отдела техразведки, который занимается прослушиванием и обеспечением кибербезопасности. Исполняющий обязанности президента Бразилии Мишель Темер назначил кабинет министров. В своем первом выступлении в новой должности он призвал министров стать правительством национального спасения. Ранее Сенат Бразилии проголосовал за временное отстранение с поста главы государства Дилмы Руссеф. 7 из 10 финалистов второго полуфинала Евровидения 2016 – представители восточноевропейских стран. Украинка Джамала подтвердила статус одной из фавориток конкурса. Грандиозный финал музыкального шоу пройдет 14 мая. Представитель России Сергей Лазарев, которому букмекеры также прочат победу, выступит под номером 18.